В России проходят массовые задержания участников несанкционированных акций и митингов, организованных сторонниками российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в заключении. По различным данным, в городах Сибири и на Дальнем Востоке уже задержано несколько сотен человек. Напомним, что акции и митинги по всей России 23 января анонсировали сторонники Алексея Навального после того, как 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. Отпустите девушку! Отпустите девчонку! Ты что делаешь? Он же за вас, вы понимаете? Как вы не поймете, что вы делаете-то? Волки! 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 Волки позорные! Куда это бутылки? Давай, поехали. Да, ходи.